эфире, дорогие друзья. С вами студия Stream TO. Мы на матче группового этапа второго РМР-турнира Summer Major. Матч таких коллективов, как Hot Ice и Dark Hold. Для вас сегодня комментируют я, Принцесс Ди, моя напарница Мисс Хаус. За картинку отвечает Страшный Паренек. Привет, Дарина. Привет, Диан. Привет, чат. Ну что ж, дорогие друзья, Dark Hold против Hot Ice. Давайте перейдем непосредственно к представлению команд. Начну я с Dark Hold. Итак, играют у нас iLord, Discomfort, Фреция, Серега 145 и Partfight. Наверное, так будет правильнее. Partfight. Partfight. Вот, правильно. Partfight, значит, будем знать. Угу. Я тогда представлю коллектив Hot Ice. За Hot Ice играют Ashura, No Brain, No Game, Happy Man и Лаваретта. Четыре игрока у Hot Ice на карте. Я правильно вижу? Да, вчетвером пока. И Star XP играют? Нет, их было впятером. Сейчас на данный момент Лаваретта у нас вышел. Красиво, возможно, да. Какие-то, да, небольшие неполадки, может быть, с интернетом. Но в любом случае, данного игрока я знаю, он готовился к турниру, поэтому я думаю, он обязательно появится на карте. Но желательно, чтобы это все произошло дело не после первого раунда, потому что предыдущие наши раунды, которые мы видели на других матчах, когда играли другие команды, там, конечно, было жестко в плане того, что игроков просто не было на карте. 4 к 5 – это уже считается не игра. Ну, в любом случае ребята будут играть. Ну что ж, Лавар это пока у нас не объявился, но команды уже делитнулись, и вот начался у нас матч. iLord уже прожимается на респах противников, пытается заходить на базу, Ashura дает по нему урон, и iLord на треть хп пытается увозить флаг. Его там встречают уже два игрока и будут пытаться доставлять через ковры. Есть небольшая попытка перехвата от No Brain No Game, посмотрим, справится ли он. Но нет, все-таки хватает дамага по нему, и первая доставка от Dark Hold. Но Dark Hold просто воспользовались моментом, пока было 4 игрока у противоположной команды. И сейчас у нас немножко непонятно что-то происходит. Теперь у нас от синего коллектива появилось 6 игроков. Видимо, зашел помимо Лаваретта еще и один запасной. Но уже вышел эта девушка, я так понимаю, судя по нику МРС метров Москва. И вот уже у нас Фреция снова пробует дернуть флаг, пытается уйти на центр, но нет. Star XP... хороший овердрайв Хантера и возвращает флаг на место. А тем временем Хэппимен все-таки пытается увести флаг, его убивают. Тут No Brain, No Game пытается подхватить выпуск сосули непонятно куда от Сереги, но в любом случае овердрайв они законтролили, который выпадает на центре, и его забирает Викинг. А Фреция снова не покидает попытки и пробует дернуть флаг, но Викинг ее задефил. По-прежнему вчетвером на карте Hot Ice. Лаваретта пытался зайти на карту, но у него снова, наверное, технические проблемы. И вышла с карты Мисс Метро Москва. Тоже по непонятным причинам. Может, у нее тоже, наверное, проблемы какие-то есть технические. Но по-прежнему вчетвером очень тяжело в таких условиях будет Hot Ice отыгрываться. Интересно, кстати, вообще заметить, что и глава клана Hot Ice, и заместитель, то есть сам Метро Москва и Мисс Метро Москва, пока вот не могут зайти на карту. Все-таки Мисс Метро Москва вроде грузится. Надеюсь, они справятся со своими неполадками. Да, так как мы ожидаем от данного матча, ну, наверное, как минимум, очень яркой игры. В любом случае, прошло уже, ну, 2.5 минуты от начала того, как команды делитнулись, и пока привезен только один флаг. iLord сейчас пробует снова уйти, но на 0 хп остается. Нет, там без шансов. Star его выносит, флаг остается у них на базе. А вот, кстати, Happy Man сейчас пробует. В минус, просто в минус упал, и попытка, конечно, не удалась. Но заход, в принципе, был неплохой, учитывая, что он сверху решил запрыгнуть. На данный момент No Brain No Game будет драться с дискомфортом, тот его очень хорошо выносит. Кстати, дискомфорт у нас играет на рельсе. А красный коллектив опять снова и опять. iLord пытается увести флаг, но он был один, не было прикрытия. Конечно же, синий коллектив его задефил. Есть у нас прожатый овердрайв от Хэппимена. Овердрайв паладинчика будет воевать. Кстати, кто не слышал о обновлениях, овердрайв теперь не наносит статус-эффект, по-моему, там разрушение брони.
Тем не менее, удачный заход. Флаг пробует увести. Тут, ой, хорошее прожатие от викинга. Флаг уходит на центр. Синий коллектив пробует увести, но нет, дискомфорт прекрасный. Овердрайв выпустил на центре именно Хантера, и флаг остается на базе. В целом, когда составы стали более-менее равны, да даже и когда Hot Eyes были в меньшинстве, очень много активных атак было от этого коллектива, но каждый раз все-таки удавалось возвращать флаги Darkhold'ом. Хотела бы заметить, конечно, что некоторые игроки играют на новых для себя позициях. Мы знаем No Brain No Game как неплохого Ареса, который играл в коллективе Voltage в прошлом РМР-турнире. В этом же он выступает вот в новом для себя клане. И на новой позиции на Викинге. Посмотрим, как он сможет проявить себя. Ну, когда он прожал овердрайв Викинга на центре, почти на центре относительно, да, чтобы защитить флагоносца, довольно неплохо было прожатие. Если б не дискомфорт, который обломал просто синий коллектив своим овердрайвом, возможно, даже ребятам бы удалось сделать увоз и даже доставочку и сравнять счет. До конца боя 5,5 минуточек. На центре падает коробка с овердрайвом, но Брейн пытается ее забрать и да, забирает, хотя было рискованно, потому что было очень-очень мало хп. Ашура тем временем пробует увести флаг через ковры. Тут, конечно, не ожидал он, что Фреция будет сзади, и палила просто его своим огнеметом. В любом случае пытается Нет, не смогла Фреция вернуть флаг, и снова No Brain прожимает овердрайв и подхватывает красный флаг, будет пробовать дотянуть до своей базы, но это однозначно будет доставочка, и, наконец-таки, счет сравнялся 1-1. Прекрасный овердрайв от No Brain No Game, просто шикарно это было, потому что он прожимался в момент, когда уже его тиммейта убили, но он все равно рискнул, видя трупик, который бы заблокировал возврат флага, и очень грамотно рассчитал возможный урон с овердрайва Викинга. И вот, как мы видим, действительно, в итоге Hot Eyes сравнивают счет, хотя, ну, на самом деле, и на протяжении всего раунда смотрелись поактивнее после доставленного флага от Darkhold. Ну, обычно в таких случаях команда либо теряется, насколько мне известно, по крайней мере, я так наблюдаю за всеми командами, которые я комментировала. Ну, почти за всеми. Но здесь все относительно ровно идет, и мне нравится, что ребята, скажем так, не тильтанули, да, после того, как у них в начале раунда были какие-то неполадки по поводу пятого игрока, но сейчас уже все нормально, у нас МРС Метро Москва на карте, и все у них хорошо. На центре падает овердрайв, Арес от красного коллектива забирает его, но это, в принципе, идет плюсом. Серега тем временем пытается протроллить немножечко ДФ синего коллектива, но Метро Москва его одним выстрелом просто выносит и отправляет на респ. А тем временем No Brain пытается увести, его сносят, но Happy Man, простите. На овердрайве паладина будет пробовать дернуть, уходит в ковры, но хп мало. Вот спасительная аптечка, которая там лежала, он подбирает и, в принципе, нормально так увозят, его прикрывает его тиммейт, и, и это доставочка, дорогие друзья, 2-1 в пользу Hot Eyes. Очень уверенно смотрится Hot Eyes, раз за разом заходит в атаку, они до этого могли увозить, там не очень хорошо было по координации Шарика и увозящего флагоносца, потому что Шарик мисс Метро пускала по одному коридорчику, а он уже уходил по другому. И в итоге Викинг смог прожаться. А вот ответная неплохая атака под овердрайвами от Darkhold. Выпущен был Шарик, использован овердрайв Паладина, сосуля и попытку увоза на центр. Нет, налево все-таки уходят. И только Ашура может перехватить флаг. Будет ли размен, сейчас мы увидим. Но здесь у Фреца, так как она уже добралась до своей базы, у нее есть прикрытие, но все-таки размен, скорее всего, будет, потому что Ашура все-таки смог уйти. А тем временем Фреца в очень опасном положении, потому что ее убивают, флаг остается, и он один, и это будет, скорее всего, возврат. Ну да, это однозначно возврат, и снова у нас доставка от синего коллектива. 3-1, дорогие друзья. 3-1, и это очень жестко. И снова у нас Хэппимен пытается уйти, но там уже Фреция его задефит. 1.5 минуты до конца раунда, и
И я бы даже сказала, что синий коллектив показывает безумнейшие какие-то результаты, потому что, ну, как-то неожиданно было. Я обычно привыкла, что первый раунд – это разыгровка для команд, а тут прям все очень даже неплохо идет. Очень интересно, кстати, видеть Хантера Рельсу от Darkhold. Тяжеловато, похоже, играть с этим вооружением на карте Иран. Не уверена, что получается. Собственно, мы это видим по счету. Плюс, наверное, не совсем однозначное вооружение в виде Крусейдера Фриза от Сереги 1.4.5. Наверное, не совсем привычно играть, может быть, в таком вооружении. Не знаю, тренируются ли они именно с этим вооружением. Но, по сути, после доставленного флага они практически ничего не показали. При том, что доставленный флаг был в большинстве. И в условиях того, что у них был забран овердрайв до начала раунда, и Викинг смог прожаться на этих первых секундах. А потом они еще играли 2 минуты где-то в большинстве, или даже 2.5. И даже второй флаг им не удалось доставить. Так что, но поздравляем Hot Ice с победой уже в этом раунде, 30 секунд до конца, потому что для них это, я думаю, было важно, собраться после не очень удачного начала. Да, тут я с тобой полностью согласна. И к тому же за такое маленькое количество времени камбэкнуть данный раунд уже не получится. Но нас ожидает второй раунд на Иране. А также, я сейчас даже посмотрю, вторая карта у нас будет Сандал. Но мы к ней перейдем немного позже. По крайней мере, минимум второй раунд на Иране мы точно с вами посмотрим. На самом деле очень симпатично в попытках встречать играет Мисс Метро Москва, на мой взгляд. Не знаю, является ли она основным РСом или просто вынуждена была выйти на этом корпусе, потому что, как я видела в прошлом сезоне, она играла на паладине, поэтому, возможно, для нее это новое вооружение. Но в целом она смотрелась ничего и неплохие шарики давала под встречу своих тиммейтов. Иногда, конечно, были какие-то проблемы с точки зрения координации, но надо отдать должное, что отличные моменты у нее есть, и надеюсь, она будет продолжать в таком же духе играть, несмотря на, может быть, не совсем привычную для себя позицию. Так, ну что ж, второй раунд команды будут дожидаться выпадения овердрайва. По классике жанра также они делитнутся в 10-10. Ну и самое главное, что хотелось бы отметить, то, что они сейчас поменялись местами. Это я говорю для тех, кто, возможно, впервые присоединился к нашей трансляции. Команды поменялись местами, точнее, сторонами карт. И теперь посмотрим, как уже тут отыграет команда Darkhold. Да. На самом деле на Иране, ну, говорят некоторые, конечно, что есть сильные и слабые стороны, но я думаю, что это, конечно, в большей степени зависит от того, в каком стиле играет команда. Но вот сейчас, если посмотреть за сторону, конечно, за которую будет играть Hot Ice, красный коллектив, у них есть респы ближе к овердрайву, прямо на центре практически. Может быть, в этом смысле им чуть-чуть полегче. Но посмотрим, как они это реализуют. В первом раунде Darkhold'ам это не помогло. Даже забирать овердрайвы очень часто, ну, наверное, 50 на 50 забирали овердрайвы Hot Ice и Darkhold, учитывая, что Hot Ice пол игры были, ну, четверть игры были в меньшинстве. Ну, кстати, хотелось бы заметить, а точнее отметить, что Иран у нас пикнули именно Hot Ice. Это ихняя карта, и посмотрим. Кстати, вот интересный момент, когда обычно пикают команды карты, да, то на этих картах выигрывают другие команды. То есть не те, которые именно эти карты, скажем так, забрали. А тут пока Hot Ice показал хороший результат в первом раунде. Ну что ж, команды делитнулись, уже бой начался. Ну и что-то похожее на первую атаку есть, потому что Стар уже начинает с центра протролливать дефы синего коллектива, прожимает аптечку, кстати, довольно нормально, выживает, и будет пробовать, наверное, идти уже на флаг. Но это рискованно, аптеки у него уже нету, и, конечно же, его арест синего коллектива выносит. На центре падает овердрайв, дискомфорт благополучно забирает, а тем временем Happy Man все-таки забрал флаг, пытается уйти, но нет, дискомфорт поменялся. Он же был у нас на
Как же этот корпус называется? По-моему, Хантер, да. Хантер Рельса, он был в первом раунде. Теперь он играет на молота Викинга. На Викинга-молоте, да. Да, Викинга-молоте. Ну, видимо, возможно, не его сочетание. И, кстати, может быть, даже это правильное решение. Тем временем у нас от синего коллектива есть... Нет, не есть. Вот, теперь есть. Проехал мимо немножечко игрок, но все-таки будет пробовать дернуть флаг красный на центр. Его убивают, и пока что нету возврата. Фрицу тоже сняли. Айлорд будет пробовать забирать этот красный флаг. Уже выпустил сосулю, кстати. И остается на половину хп. Прожимает аптечку, и это, скорее всего, доставочка. Да. Первая доставочка от синего коллектива, точнее от Darkhold, есть у нас уже на Иране. Я бы хотела отметить, кстати, изменения в составе, в принципе, у Darkhold, потому что, вероятно, дискомфорт пересел на Викинга, потому что Crossfire зашел на карту, теперь играет на Хантере, а Айлор, в свою очередь, взял Крусейдера, а Серега 1.4.5 ушел на замену. Я думаю, в связи с этим связаны... перестановки, в том числе дискомфорта. Поэтому посмотрим, как они реализуют на новых сочетаниях свои вооружения. А в то же время Старк Спи пытается увозить флаг, Парфейт дает шарик. Успеет ли он долететь? Попытка уже увоза. Да, успевает чуть-чуть задеть, но Ашур подхватывает флаг и будет пытаться доставлять. Но это доставочка. Никого нету, чтобы помешать. Фреция слишком далеко, остальные на респе, поэтому это однозначно доставка. А вот Фреция, кстати, сверху будет пробовать, наверное, сейчас аккуратненько зажать. Нет, сдает назад, понимает, что ее будут контролировать. К тому же по ней сводочка приходит, но нет. Она выживает, кстати, а сводочка даже нормально так мимо немножко проехала. Ну что ж, есть у нас подхват флага от Crossfire, но его убивают быстро. По поводу, кстати, именно дискомфорта, я бы хотела сказать то, что в предыдущих турнирах мы видели, как играла данная команда, он играл именно на молоте с Викингом. Поэтому я не удивлена, что он именно на данном сочетании переоделся. Да, я думаю, в первом раунде он играл на некомфортном для себя сочетании, потому что, наверное, не было основных игроков на других, не было Crossfire, поэтому ему приходилось играть на Хантере. Так что посмотрим, как в этом раунде они сыграют, возможно, на более удобных сочетаниях для себя. Ну, пока счет 1-1, пытаясь уже, хотя, казалось бы, они должны также уверенно забирать и этот раунд, но тут пока игра очень равная, честно говоря. Но мне тоже показалось, что команды по силам довольно равны. И с одной и с другой стороны есть неплохие заходы. Иногда, правда, они заходят по одному, и из-за этого не получается сделать увоз. На центре идет борьба за овердрайв. Дискомфорт забирает. Но это, кстати, плюсом для дискомфорта, так как Викинг с овердрайвом. Но это сильная штука, я вам скажу. Безумно сильная. Действительно, в этом раунде какие-то качели по заходам и атакам. В первом же раунде, после того, как составы уравнялись, Хутайс, казалось бы, вообще не замечает своих противников. Но напомню, что в этом раунде недостаточно Darkhold'ам ничьи. Им нужна победа в этом раунде, чтобы забрать хоть какие-то очки с карты Иран. Да, это абсолютно верно. Ну и пока что мы не видим конкретно сильных атак именно Darkhold. И есть у нас, конечно, попытки увоза, но пока они безуспешные. И вот хотелось бы отметить, был момент вот именно сейчас, когда Фреция, чтобы перехватить флаг, прожимала овердрайв паладина, но что-то пошло не так, быстро убили, так как зажали. Так, есть у нас увоз от красного коллектива, но Брейн пытается увести, но там двое от синего коллектива пытаются, конечно, вернуть, это все понятно, благополучно возвращают. А вот уже Хантер именно Crossfire пробует дернуть флаг на центр, Фреция подбирает, и, возможно, даже у нее получится уйти. Только она не видит, что параллельно Happy Man увозит флаг под овердрайвом. Happy Man убивают, флаг благополучно возвращается, и Айлорд пытается доставить флаг, и это доставка, дорогие друзья. 2-0. Darkhold пока что выходят вперед в данном раунде. Не Ой, 2-1. 2-1. 2-1. 2-0, говорю. Не очень удачно. Happy Man, конечно, прожался и поехал прямо на двух противников с прожатым овердрайвом паладином. Может быть, надеялся на то, что легко их убьет, но, может быть, забыл, что
паладин больше не накладывает эффект пробития. Может быть, это сыграло свою роль. С другой стороны, может быть, ему вообще стоило уйти назад, по респам, подальше от противников и уйти в размен. И было бы не самым плохим результатом этой атаки. А в итоге 2-1 в пользу Darkhold. И уже Hot Eyes надо хотя бы сравнивать счет, чтобы, по крайней мере, забрать Иран. Я думаю, они этого хотят. Ну, ты знаешь, время еще есть, чуть больше 3 минут, но дискомфорт не оставляет попытки и пробует дернуть флаг. К тому же нету красных соперников, которые могут ему помешать. Только-только вот Ашура у нас респанулся. Есть у нас, кстати, шарик от Parfait или Parfind, не уверена, как правильно называется, все равно до сих пор ошибаюсь. Но, к сожалению, увоза не произошло, потому что все-таки красный коллектив решил задефить. И тем временем, кстати, они заходят на синюю базу, но не получилось захватить флаг, так как что-то пошло не так, их очень жестко зареспили, и пока что остается счет неизменным. Время тает на глазах, надо что-то делать красному коллективу, они пробуют заходить. На центре падает коробочка, но никто ее пока не забирает, но дискомфорт, скорее всего, будет забирать. Ой, хорошая сосуля прилетела, дискомфорт убрали, но, кстати, Хантер от синего коллектива все-таки умудрился забрать ее. Попытка происходит увоза от Hot Eyes под лечением со стороны Happy Man. Happy Man пошел респить противников. Он, может быть, очень спорное решение, потому что Фреция будет пытаться возвращать флаг. На пол ХП был противник, и возврат от Фреции. Очень странное решение от Happy Man. Надо было ехать дальше, сопровождать своего тиммейта, чтобы была точно доставка или, по крайней мере, размен. А в итоге им сейчас приходится еще Оверхантера прожимать для сохранения размена. И пытается, Ашура пытается вернуть, там трупик уменьшать. Да, все-таки возврат. И должна быть доставка. Там только Айлорд пытается ехать на перехват. Респится еще и Crossfire, Hunter. Но в итоге Happy Man должен доставлять флаг. Да, это доставка. 2-2 в итоге. И до конца боя 2 минуты. Да, 2 минуты до конца данного раунда. Все-таки удается командам сравнять счет. Ожидаем ответочки от Darkhold. Да, потому что, собственно, у Darkhold нет выбора. Им нужно в любом случае пытаться заходить в атаку. Но я думаю, что Hot Eyes попытаются сыграть внимательно, но пока у них это не очень получается. Crossfire уже дергает флаг на центр. Только сейчас он без аптеки. Урон от No Brain, No Game не хватает. И Crossfire спустя минуту уже доставляет ответный флаг. Еще становится 2-3 в пользу Darkhold. Ну, слушай, Darkhold у нас очень сильно разыгрались, как по мне, потому что именно за эту сторону они довольно неплохо отыгрывают. Действительно, но просто немножко и внимательности не хватает коллективу Hot Eyes. Часто очень пропускают одинокие заходы, еще противники уходят с аптекой, только которую прожимают на центре карты при увозе. Очень странная игра от Hot Eyes, но еще есть 50 секунд, может быть, будет попытка захода, но есть овердрайва и у Айлорда, и у Дискомфорта. Они должны предотвратить любой увоз, на самом деле. 40 секунд. Очень опасный момент. Так, No Brain сейчас пробует увести. Нет, не увозит, потому что Дискомфорт его задефил. Старый XP тоже пытается, но хорошее прожатие овердрайва от Дискомфорта, и флаг остается на месте. 25 секунд. Happy Man горит, убивается прямо на флаге. Но я думаю, что здесь уже все. Так как остается меньше 15 секунд, здесь они уже не камбэкнут. И данный раунд у нас закончится со счетом 3-2. Да, Darkhold показали очень неплохую игру в этом раунде. Возможно, как раз потому, что находятся на комфортных для себя сочетаниях. Тут, конечно, вопрос в том, что если Hot Eyes не набирают очки в этом раунде, в этой игре, в принципе, то им будет очень тяжело выйти. Потому что у Кармы уже 12 очков в этой группе, у Darkhold уже 6 очков за Empty Slot.
Если Empty Slot выиграют и Hot Ice, то есть, ну, соответственно, тоже будет 6 очков в последнем туре. И этот матч, вот этот матч между Hot Ice и Dark Hold, он решающий за то, кто выйдет из группы на втором месте. И посмотрим, что решится на Сандале, потому что кто победит на Сандале по итогам карты, тот и выйдет дальше, скорее всего. Так, ну что ж, мы ждем ссылочку на вторую карту, а пока я переключусь на чат, и в чате у нас объявился один участник, который пишет, чтобы комментаторы учили никнеймы. Дорогие друзья, по поводу произношения никнеймов, я, в принципе, могу ошибаться, потому что никнеймы некоторые бывают очень сложные в прочтении, поэтому я всегда говорю, если я неправильно, или вообще там я, или мой напарник неправильно произнес никнеймы, пишите, пожалуйста, как правильно, мы исправимся. Так, Диан, ну что, как думаешь, чем у нас закончится вторая карта? Есть у тебя предположение? Может быть, будут пенальти? А, на групповом этапе пенальти, в принципе, не могут быть. А, поэтому точно пенальти не будет. А, ну, может быть, ничья, конечно, на второй карте. Но я думаю, каждая команда захочет побеждать. Им ничья не нужна на самом деле, потому что это может в итоге привести к дополнительным матчам после группового этапа, если у них будет одинаковое количество очков. А по всей видимости, так и будет. Но так что я думаю, они захотят забрать. Получить какая-то команда хочет получить 3 очка со следующей карты. А в ничью никто из них играть не хочет. Так что я надеюсь, Сандал на самом деле не самая открытая карта и очень тяжелая для прямо такой агрессивной, обоюдной игры. Но надеюсь, команды откроются, потому что, собственно, выбора у них нет. Им нужно побеждать. Или здесь играть в ничью и в голове держать, что возможен дополнительный матч, и там уже показывать себя. Так, ну что ж. Ссылочка у нас есть, осталось только дождаться, когда вся команда появится на карте, и, в принципе, будем наблюдать уже данный бой. Да, ждем карту Сандал, вот у нас уже появляется карта. Ну, в целом, интересно, конечно, узнать, основной ли это состав Hot Ice, потому что, как я понимаю, Лаваретта собирался играть на карте, на Иране. А вышла Мисс Метро Москва, не знаю, насколько... Но здесь Лаваретта уже появился, да. Насколько это было запланировано, потому что, мне кажется, все-таки Лаваретта собирался играть, и Мисс Метро Москва сошла только в связи с тем, что у него были технические проблемы, потому что мы видели, он несколько раз заходил, выходил с карты. Но, ты знаешь, Лаварет уже играл данную карту. Мы как-то комментировали, по-моему, с майором Кэмлом. Комментировали матч, возможно, даже с Кириллом. 132, который тоже комментатор. Комментировали матч, где Лаварет играл со своей командой. Именно данную карту. Но там они проиграли, к сожалению. Также были неполадки. Ну, посмотрим, как они в этом матче покажут себя. На мой взгляд, они, конечно, должны стараться отыграть на максимум, потому что ничья для них, собственно, риск того, что потом придется играть еще один матч, а для Hot Ice это еще риск того, что Dark Hold наберут хоть какие-то очки с кармой, и тогда Hot Ice, в принципе, потеряют всякую возможность на выход в швейцарский этап, и... В итоге очень будет сложно Hot Ice попасть на мажор, учитывая, что они сильно изменяли состав перед этим РМР-турниром, то есть потеряли много РМР-очков. И если они не выйдут из группы, то есть вообще получат 0 РМР-очков, то мажор под большим вопросом для этой команды. Я думаю, они будут стараться показать максимум для себя. Так, я вот увижу Dark Hold замена в составе. На карту зашел Константин.
Интересно, на чем он зашел? Так, отлично. Крусейдер плюс Скорпион. Да, в остальном изменений нет. Но мы уже говорили, что Лаваретта вернулся на карту на Крусейдера Скорпионе. А вчетвером, кстати, на карте опять, вот только что зашла снова мисс Метро Москва, наверное, на Аресе. А кого у нас нет? У нас нет Ашуры. Ашура играл как раз на Крусейдере на карте Иран. Так, ну что ж, сейчас на данный момент коллективы, два прекрасных коллектива, будут бороться за первое выпадение овердрайва. И, кстати, коробочка-то падает, а время-то также тает, как обычно, на глазах, и сейчас они долетнутся. Но я думаю, они успеют забрать, да, в любом случае они успевают. Фреция на паладине забирает овердрайв. Команды долетнулись, и начинается бой. Да, ну, в целом, сетапы достаточно стандартные, но, конечно, дискомфорт опять решает играть на Хантера Рельсе. Посмотрим, как это сработает на Сандале. Ну, и Стар XP тоже решает такое вооружение взять. Интересный выбор, конечно. И уже попытки активного захода от Darkhold, но пока это ни к чему не приводит. Ну, Фреция не стала рисковать и прожимать овердрайв паладина, потому что понимала всю опасность, так как в дефе было очень много игроков. А вот от красного коллектива также есть небольшой заход, и есть хэппи-мен, которого уже слили, и No Brain, No Game. Сейчас также будет пробовать, ничего не будет он уже пробовать, Фреция его выносит очень даже неплохо, и снова пытается зайти на огнемете и убить деф. Но пока что ребята только перестреливаются. Конкретно заходов нету, хотя если сейчас никто не заметит Нобрейна, то ему удастся именно зайти. А с центра уже хэппи-мен будет пробовать и дергает флаг. Остается очень мало-мало хп. Так, его, конечно, огнемет сжигает. Нобрейн подхватывает. Сосуля какая хорошая была от Константина. Сосуля и четкая. В любом случае, флаг они задефили, и я их с этим поздравляю. Но не надо расслабляться, потому что, несмотря на то, что они смогли задефить первый флаг и не отдать их своим соперникам, до конца боя еще достаточно времени, поэтому ребятам нужно быть аккуратнее. Активно играет No Brain No Game, пытается на центр уходить. Фреша очень странные маршруты выбирает, а в то же время Айлорд увозит флаг, и уже он практически на своей базе. Там только Star XP на 0 хп есть на перехвате, и это должна быть... Ну, пока еще нет доставки, но все возможно. Тут много урона прилетает и по Константину, и по Фреце, и Ашура, наверное, будет возвращать. Без Дашки он уже, конечно, да, возврат от Ашуры. Отличная, отличная игра до конца от коллектива Hot Ice, а Лаваретта уводит в ответ. Star XP пытается прожимать овердрайв, но нет. Наверное, будет возврат от Константина. Да, No Brain No Game на конвейере пытается увозить флаг без аптечки. Он должны его убивать. Хэппи Мэн тоже уже на 0 хп, и должен быть возврат. Ну, там, кстати, у Hot Ice опять какие-то технические проблемы. Вылетала с карты мисс Метро Москва. Появляется на карте снова Ашура. В общем, не очень все хорошо у Hot Ice. Надеюсь, они исправят, наконец, свои технические проблемы. Да, мы тоже на это надеемся, потому что именно то, что мы наблюдали сейчас, было, я бы даже сказала, довольно красочно. Борьба за флаг. И хотелось бы еще посмотреть такие заходы. Хэппи-мен сейчас пробует зайти, выносит дискомфорт, но остается наполовину хп. Кстати, не заметила, была у него аптечка или нет, но, судя по всему, нет, потому что очень быстро его выносят. А вот Star XP уже едет на базу синих противников на полном хп, а нет, уже наполовину. Но прожатие аптечки его спасает, но, однако, не спасает его то, что в него выстреливает гром, и флаг остается в дефе. Новый хэппи-мен пробует зайти, и, кстати, не использует овердрайв, ну, это правильно. Сейчас нету в этом смысла, без прикрытия он один и против, я так, по-моему, там против двоих он был, а то и троих. В любом случае, это был бы овер в молоко и, ну, такое, скажем так.
Так что пока Да. что все остается на месте. Но смотрите, дорогие друзья, красный коллектив будет заходить под двумя овердрайвами, но брейн под овердрайвом викинга, дергает флаг в центр. Хэппи-мен тут тоже уже на овердрайве паладина пытается снять Константина. По центру делает увоз викинга молот и... Ну, и это доставочка, первая доставочка со стороны красного коллектива. Хэппи-мен не теряется, дергает флаг и также будет пробовать увести конвейером. Мало хп, по нему прилетают, ой-ой-ой, как больно, ракеты от Скорпиона. Но в любом случае второй флаг им увести не удалось. Но первый флаг, они молодцы. Прекрасная атака от No Brain No Game и Хэппи-мен совместная. И в итоге увоз, хорошая реализация овердрайва викинга прежде всего. И хорошее отвлечение внимания от Хэппи-мена при прожатии овердрайва паладина. К сожалению, вот мы не видим активных особо атак от Darkhold. Они опять воспользовались моментом, пока были технические проблемы у Hot Eyes. А в остальном это в основном... какие-то одиночные попытки, одиночные заходы, надеюсь, как-то исправят ситуацию Darkhold и начнут атаковать совместно. Да, тут, конечно, надо ситуацию исправлять в любом случае. 5 минут до конца боя, и пока что в первом раунде они даже не выровняли счет. Но шанс есть, время есть, и нужно просто подумать, как бы это все хорошенько реализовать. Но пока они думают, но Брэйн снова заходит, сейчас будет выносить дискомфорта, но нет, дискомфорт прожимает аптечку, а вот но Брэйн остается на 0 хп. Как удивительно сейчас это было, между прочим, но Брэйн просто переиграл дискомфорта, и есть у нас первый, ну, уже не первый, второй увоз от но Брэйна, но их быстро выносят, поэтому... Флаг остается на базе. Ну, раз за разом, конечно, Brain No Game забирает овердрайв на центре. Это вот, доставляет большие проблемы Darkhold, потому что им очень тяжело что-либо сделать против оверного викинга. И еще когда оверный паладин тоже. Дефать такое практически невозможно. Мы видели один раз просто прекрасную сосулю от Константина, уже, можно сказать, по уходящему флагу в яму. Это было отлично от Константина. Но вот в остальном они с таким с напряженностью дефают свой флаг и очень тяжело заходят на флаг противника. Да, такое есть. К тому же Фриция попыталась что-то сделать, но несмотря на то, что она убила своего, скажем так, врага на данной карте, все равно ее снесли. Был у нас выпущен шарик по центру, но... даже не знаю, нету вот этих заходов от синего коллектива. А Star XP тем временем пытается зайти в центр. Сейчас будет дергать флаг и пойдет на центр. Прикрытие у него, в принципе, поздновато. И шарик ушел, конечно же, в молоко от Ашуры. Но тут немножко печально произошло. Скажем так, недопонимание у красного коллектива. Но они пока ведут, в любом случае. Этот раунд они ведут. Ашура немножко, в принципе, опоздал шариком, честно говоря. И, ну, и во-вторых, он бы был не совсем точный, наверное, в итоге. Он попал в стену. А ну, Brain No Game, кстати, снова законтролировал овердрайв на центре. В него был запущен шарик от Parfait, но Brain No Game прожимается под увоз Хэппи-мена. Будет ли урон по Хэппи-мену? Да, Parfait успевает отличный фокус от Parfait, и в итоге неплохую атаку от Hot Eyes удалось задефать Darkhold'ом. И теперь им нужно делать ответную атаку. У них есть овердрайв и Викинга, и Паладина, и Хантера. Им нужно каким-то образом пытаться одновременно прожиматься и уходить. Но пока они это пытаются сделать, у нас красный коллектив дергает у них флаг. Одного сливают, ну и второго сливают. Так что на данный момент им нечего бояться. Но все же времени на их стороне. 2 минуты, даже 2 минуты и 5 секунд у них есть на то, чтобы выровнять счет на данном раунде. Снова No Brain No Game забирает овердрайв на центре. На мой взгляд, конечно, это ключевая проблема Darkhold'ов. iLord прожимает, кстати, овердрайв викинга на попытку контроля и в итоге не контролирует. Честно говоря, ужасно... Обидно было для дискомфорта, потому что он не успел дать достаточный урона. Хэппи-мен пытался дергать флаг, он хотел, с другой стороны, гарантированно задефать свой флаг, прожал овердрайв, и в итоге его очень быстро убили.
В итоге No Brain No Game без овера. Ноа и Айлорд вместе с Фрецией тоже без оверов. Поэтому увозить будет очень тяжело, а это нужно именно Даркхолд прежде всего. Ну, на данный момент я вижу, как Hot Ice очень активно атакует синий коллектив. Но вот Фреция будет пробовать увозить, но я считаю, что это был мертвый увоз, так как она была одна, соперников было очень много, конечно, там без шансов. Но она хотя бы попыталась. 45 секунд до конца данного раунда Хэппимен пробует, но не удается. А вот Дискомфорт также пытается увести на центр, врезается в стену, и ничего у него не получается. Флаг остается пока лежать внизу данной базы, но нет. Нет, теперь это 100% возврат. И, ну, что можно сказать? Данный раунд, в принципе, за 30 секунд его еще можно было камбэкнуть, но я думаю, пока они доедут, пока они возьмут, пока будут сражаться... В данном раунде у нас побеждает Hot Ice. Да, к сожалению, Даркхолдам очень тяжело дается эта игра на сандале. По сути, один неплохой увоз, когда были технические проблемы у Hot Ice. И все равно это был в итоге возврат. Достаточно урона прилетело по противнику. Как раз Ашеру загрузился в итоге на карту вместо Мисс Метро Москва, и он и вернул флаг в итоге. Поэтому, в общем, надеемся, что в следующем раунде будет намного легче идти игра у Даркхолдов. Да, тут я полностью согласна. Потому что им нужно побеждать в следующем раунде, чтобы рассчитывать на успех и выход из группы. Ну что ж. Посмотрим второй раунд на карте Сандал. Оверка, кстати, уже выпала, и No Brain забирает ее. Ну, No Brain, No Game забирает и по ходу раундов овердрайва, если он будет забирать их еще и, перед раундом, это, конечно, будет колоссальные трудности для противников. В целом, Сандал такая карта, которую очень тяжело играть открыто. Потому что достаточно узкие проходы, и зачастую командам несложно попытаться задефать свой флаг. И если Даркхолд будет продолжать играть так же, как в первом раунде, конечно, у них ничего не получится. Но надеюсь, они как-то обдумают. Может быть, им стоило взять техническую паузу, потому что... и как-то переосмыслить игру, потому что ничего не получалось у них, даже вот когда там в равных составах они были. Может быть, надо что-то придумать. Да, кстати, вообще ты права по поводу техпаузы, и вот, возможно, она у нас даже будет, так как ребята запросили техпаузу. О, как я, а я даже не видела. Ты уже опытная, понимаешь, ты уже столько играешь в турнире, комментируешь, ты уже знаешь приблизительно, когда команды будут или могут запросить техпаузу, поэтому я даже не удивлена, что ты почти предсказала они, это. А они, я сказала раньше, до того, как они написали? Да, до того. О. А они, сколько времени было, во сколько, когда они написали? 10? Мне кажется, после 11, да, наверное? Уже меньше, чем 11 было. Ты знаешь, я не обратила на это внимания, потому что я слушала тебя. Да, я слушала тебя, и когда увидела в чате, что ребята из красного коллектива просят техпаузу, то сразу ответила. Немного по-моему, нету техпаузы у нас. Ну, может быть, да. Может быть, они поздно спросили о техпаузе, потому что ответа от судей не было. Да, значит, команды все-таки будут продолжать играть. И есть у нас уже небольшие заходы от синего коллектива. Это Star XP пробует протроллить Дискомфорт и убивает его. Но Фреция уже там рядышком будет помогать. И Айлорд с центра будет, наверное, пробовать все-таки заходить, потому что выбора у него нету. Прожимает аптечку, пробует. Но Лаваретта сводится по нему. И довольно удачно. А вот, да, Star XP прожимает оверку, но... Фреция перехватывает флаг, и сосуля от Лаваретта, и все-таки задевает Фрецию, убивает. И, конечно же, да, флаг возвращен. А тем временем Хэппимен снова. Вот я постоянно этого игрока вижу в атаке именно на флаге. Довольно активный игрок, мне нравятся такие.
Так, ну что ж, пока 0-0. Ожидаем какого-то экшена. Да, действительно, наконец-то неплохая хотя бы атака от Darkhold, попытка увоза. Не совсем удачно, наверное, Фреция пытался уклониться от сосули. Куда-то он вперед поехал, наверное, навстречу к дискомфорту. Но в итоге не получилось уклониться. Может быть, стоило ехать прямо, и там бы только там заморозило его сосули, но не убило. Может быть, было бы так лучше. Трудно так судить. А попытка дискомфорта от увоза на центр, и он... Но нет, уже много урона. Айлорд прожимается, вроде как неплохо, но там есть много урона. Но шарик от Парфейта, и это должен быть увоз. Ашера будет кидать шарик? Нет, не будет. Правильно делает, наверное. Сводка от Лаваретта, но должен Айлорд... Нет, не успевает он поставить. Должен дискомфорт или Парфейт подхватывать флаг и делать доставку. Да, отлично, отлично, Даркхолд. Ну что ж, первый флаг в красном коллективе уже есть. Довольно неплохо сыграли данные команды. Шарик довольно, очень прямо, знаешь, вовремя был кинут этот шарик. Есть у нас, кстати, шарик также от синего коллектива. И No Brain No Game будет пробовать заходить. Но нет, Фреция обламывает его, конечно, конкретно. И, ну, не сможет данный игрок увести флаг. А вот у Happy Man, возможно, и была какая-то возможность это сделать, но там рельса по нему очень хорошо прилетает. Кстати, по поводу игры дискомфорта на рельсе, вот наблюдаю, и ты знаешь, на Иране ему она не зашла, а здесь вроде неплохо идет. Как считаешь? Да, в целом получается неплохо. По крайней мере, он дает достаточно урона, вроде как, и этого пока хватает. Хотя в первом раунде, конечно, было спорное решение. В этом раунде полегче идет в целом у Дарко. Отлично, ну, сосуля! Заберет да. ли Парфейт овер? Да, успевает Парфейт. Но Лаваретта молодец. Классная сосуля под контроль овера. Чуть-чуть не хватило урона. Тут я согласна. По поводу, кстати, первого раунда и рельсы. Ты там сказала, что у рельса на Иране, возможно, не совсем правильное решение. И я думаю, только поэтому дискомфорт переоделся. А здесь у него все, в принципе, нормально заходит, поэтому он остался именно на данном вооружении. Так, ну что ж, пока у нас никакие увозы не произошли, все-таки мы ожидаем, так как синий коллектив должен сделать ответочку, ведь во втором раунде пока что у нас Darkhold ведет. Да, по поводу Ирана, я думаю, что просто там дискомфорт поменялся в принципе, там у них вышли другие игроки. Там Серега 1-4-5 ушел на замену, и дискомфорт взял Викинга вместо Хантера рельсы, и на Хантере играл, вышел Кроссфайр, если мне память не изменяет. И в этом причина, конечно, смены, просто смены позиций в принципе. Но и Кроссфайр взял не Хантера рельсу, а Хантера Жигу. Поэтому, может быть, они поняли, что там это не особо работает. И, собственно, второй раунд для Darkhold оказался успешным. И, может быть, это и хорошее решение, наверное, было, что они поменяли рельсу на огнемет на Иране, потому что второй раунд они выиграли. Да. Выиграли, но сейчас у нас идет напряженный момент в плане того, что синий коллектив просто придавливает. Я вижу, как эти заходы они делают, и на данный момент у нас есть три игрока, которые будут пробовать заходить. Стар на 0 хп, Лаваретта на 0 хп пробует за домиком вынести Айлорда. У нас есть Ашура, который занял довольно неплохую позицию. А дискомфорт, пользуясь моментом, пока не было никого на базе, все-таки дергает флаг на центр. Есть у нас шарик, но немножечко поздновато. Надо было чуть пораньше. Но тут сложно, на самом деле, прочитать данную ситуацию, так как No Brain вынес его, и ну, шарик просто бы не успел. Учитывая, что после последних изменений, которые коснулись именно овердрайва Ареса, он стал лететь медленнее, поэтому с ним немножечко сложновато. Но в любом случае попытка была и довольно неплохая, потому что дискомфорт прочитал то, что находится у нас в противоположной команде, не было никаких респов, кроме No Brain, и попытался сделать увоз. На самом деле отличная атака от дискомфорта и Парфейта. Чуть-чуть не хватило, может быть... Там и конференция, информация от дискомфорта о том, что будет увозить флаг,
ну, может быть, чуть поздно Парфей сориентировался или занял позицию для Шарика, но в целом это было просто прекрасно, потому что если бы чуть-чуть-чуть-чуть бы раньше, и все, это был бы у вас, ой, не очень удачный овердрайв от сначала Айлорда, который пытался прожать овердрайв Викинга и заходить в атаку, а потом не очень неудачный Шарик от Ашуры в деф. Да, был такой моментик, Хэппи снова попытался зайти, его сняли, и Айлорд также, можно даже сказать, автоматически отправляется на респ, так как было без шансов. Но Брэд не теряет надежды, с центра пробует зайти, его очень быстро сносят. 3 минуты, чуть больше 3 минут, 3 минуты 10 секунд осталось до конца данного раунда. И пока что счет остается неизменным. Да, очень пассивно зачастую играет дискомфорт, являясь последним дефером своей команды, стоя за стеночками на своей базе, раздает урон по заходящим танкам. Очень интересная позиция для Хантера на самом деле. А вот в нужный момент он пытается зайти в атаку. Мы неоднократно видели его овердрайвы Хантера и под встречу, и под попытки увоза. Возможно, это не самое плохое решение от коллектива Darkhold. Так, довольно интересно сейчас произошел моментик, когда NoBrain также прожал овердрайв Викинга, и синий коллектив сделал попытки увоза, но их снесли. Лаваретта будет пробовать подхватывать, прижимает аптечку, увозит в центр, но нет, его быстро сносит, и Портфейн все-таки возвращает флаг на свою базу. Но мне понравилось, как залетел Хантер и прожал свой овердрайв. Это было довольно красиво, я бы даже сказала. Да, старый XP отлично прошел свой овердрайв. Остается 2 минуты до конца, овердрайвов мы практически не видим на карте, падает овердрайв на центре, возможно, ключевой в этой игре. Кто его заберет? Его забирает дискомфорт, отлично. Вот, наконец-то стал контроль овера появляться у Darkhold. Не каждый далеко овер забирает No Brain, No Game, и все. И сразу уже легче играть, и нет постоянных заходов от противников. И сделали самостоятельный ВОЗ. Отличная игра от Darkhold в этом раунде. Коллектив, я считаю, сейчас пытается по максимальному задефить данный флаг, потому что они не хотят отдавать победу. И поэтому, наверное, от них нету таких активных заходов. Хэппимен пробует подхватить флаг, но да, пытается обманом путем увести, но у него не выходит. Была сосуля у нас выкинута от Лаваретта, но флаг все равно остается на базе красных игроков. Неплохо перевернули, между прочим, Star XP, вот, но NoBrain пробует подхватить флажочек, там мясо происходит, просто дичайшая какая-то небольшая, скажем так, заруба на красной базе, но все-таки удается красному коллективу его задефить. 50 секунд. Я думаю, этот раунд будет за Darkhold уже точно. У них есть 3 овердрайва, в том числе Шарик, овердрайв Хантера, сосуля есть. Но поэтому они не будут рисковать и уходить с базы на данный момент. Посмотрите, да, они просто какие задев. Они да, да, да. Они заняли довольно неплохую позицию, просто если смотреть с высоты птичьего полета, как это мы наблюдаем, то все, они просто уже на базе, есть выпуск Шарика на центр, но 20 секунд Лаваретта пробует зайти, уже синий коллектив просто в отчаянии, надо что-то делать, мы успеем. NoBrain пробует подхватить, но ничего не получается, в него прилетает сосуля, замораживает его, также его выносят. Хэппимен пробует. Да ничего не пробовать, дорогие друзья. 4 секунды до конца боя. Ничего же не произойдет, и Фреция не сможет сделать доставочку второго флага. Просто не успеет. Но в данном раунде у нас Darkhold вырывается вперед. Да, то есть по итогам карты Сандал у нас ничья. По одному очку забирают с карты Сандал каждый из команд. А по итогам всего боя каждая команда получает по 2 очка. Соответственно, все будет решаться в матче Карма против коллектива Darkhold. Если Darkhold наберет хоть 1 очко против Кармы, то они выйдут из группы. А если нет, то мы увидим дополнительный матч коллективов Darkhold и Hot Ice. Ну, по игре мне Сандал понравился. Да, несмотря на то, что счет вроде как 1-0 в обоих раундах, игра очень активная, агрессивная от обоих коллективов. Поэтому приятно смотреть. Да, тут я с тобой абсолютно согласна.
Ну, тогда будем прощаться. Всем до скорых встреч. Ждем вас на трансляции в 21:00. И всем пока. До скорых встреч, дорогие друзья.